Хордат XT, Васп XT, Вулкан XT, Хантер Ультра. Сразу красное свечение и открою 4000 всех контейнеров, которые есть в игре. Ставь лайк, если у тебя тоже глаза разбегаются. Друзья, в этом видео разыгрывается 10 контейнеров. Чтобы поучаствовать и забрать конты, вам нужно подписаться на мой канал, поставить лайк под это видео и в комментарии написать свой игровой никнейм и слово «участвую». А итоги будут на стриме. Всем привет, друзья, с вами Битанкс, и сегодня будет нереально огромнейшее масштабное открытие контейнеров. В этом видео я открою 4000 всех контейнеров, которые есть в игре. Это контейнер обычный, 1600 штук, это ультра-контейнер, 800 штук, это скин-контейнер, один контейнер XT, старый контейнер XT, 21 штука, коинбокс. 1000 штук и недельный контейнер. Одна штучка. Я думаю, что это открытие получится очень легендарным, потому что я даже сам боюсь представить, что же выпадет из 4000 разных контов. Это же вообще пипец. Ну, обычный конт, анимашка, миллион, припасы, голдики, ну, краски какие-то, да. Ультра-контейнер, устройства новые, скины, ультра-скины, скин-контейнер, ну, скин-контейнер, прайм-скины, потом легаси и обычные икстихи. Контейнер XT, здесь только XT, либо же 20 тысяч кристаллов, если все XT есть. Коинбоксы, здесь танкоины, припасы, много танкоинов, кристаллики, недельный конт. Тут есть все. Из припасов, и кристаллов, и танкоинов. Ух, блин, даже боюсь начинать открывать, это пипец. Ставь лайк, если у тебя тоже глаза разбегаются, я смотрю на конты. Тут и такой, всякой, вообще пипец, все, надо уже начинать, но прежде... Чем начать? Я хочу показать вам, что есть на этом аккаунте, чтобы вы понимали, что вообще может выпасть мне сегодня. У меня мало припасов, их вообще почти нет, ну очень мало. У меня пушка и корпус по одной штука, просто один штука пушка, один штука корпус. Это очень печальный аккаунт, он даже не докачан, не прокачан, и кристаллов у меня всего 4000. Также дроны, у меня всего один дрон, и тоже не прокачан. Защита, всего лишь одна защита, потому что я покупал комплект Хориэлю, и все, больше ничего. По краскам, здесь есть краски, которые были в нашем челлендже, который был в мае. То есть, все это единственные красочки, то есть пусто, очень много чего может выпасть, и анимашки тоже. Ну шо, пацаны и девчата, лепите лайк, подписывайтесь на канал, а лайков нужно здесь много набрать. Вот насколько легендарно это открытие, столько легендарно нужно набрать лайков. Короче, с вас лайкосы, с меня больше таких мощных роликов. Потому что есть у меня еще идейки, чтобы такое придумать, замутить. Ой, а если мы сейчас посчитали, сколько эти контейнеры будут стоить в рублях, то почка Бигтанксов уже покинула чат. Итак, предлагаю начать открытие скин-контейнера. Здесь может выпасть очень много скинов. Я нажимаю открыть. У меня он один. Сразу красное свечение и... Что это? Пушка, корпус, скин, страйкер XT, блин, наш язык заплекаться стал. Короче, дальше мы переходим к недельному контейнеру. Сразу, ребят, просто не затягиваем, просто максимально жестко, максимально опасно открываем недельный контейнер. Хо-хо-хо. Он всего один, но все мы не видели в недельных, просто как бы чтобы увидели наглядным образом вообще все контейнеры, которые есть в игре. Это да, вот те самые конты, их много, и вот, вот так получилось накопить их все вместе, и будем сегодня что-то да выбивать крутое. Дальше предлагаю открыть контейнер XT. Раньше это был место скин контейнера, контейнер XT. Сейчас же он стал таким вот серым, страшным. Блин, мне его жалко, если честно. Ну ладно, давайте мы его откроем, посмотрим, что же выпадет. Так, контейнер XT, не подведи. Открываем. Ну шо? О, слушайте, мне только что показалось, или мне выпало два раза по 20 тысяч. Хордат XT! Ой, красота! Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду, и как открываются контейнеры, из которых падают XT предметы один за одним. 20 тысяч кристаллов, X2. Вот это не надо мне, вот это мне не надо. Мне, пожалуйста, пушки корпуса XT можно? О, громик XT. Ребят, ну это просто пипец, вы представляете? Сейчас мне выпадают все XT. У меня там буквально парочку скинов было, но это такое, ни о чем. Но здесь просто падает, смотрите, сколько всего. Викинг XT. Что же еще? Что же еще? Ну, короче, наверное, почти все. Васп XT. А, почему уже почти? Все XT мне выпадут, потому что 21 штука, и это все вообще пушки корпуса. Еще два раза по 20 тысяч, это значит то, что все, уже и скины закончились и дают кристаллы. Поэтому у меня после этого открытия уже все XT есть. А мне еще
предстоит открывать ультраконты, обычные конты, еще коинбоксы, ёперный балет. Это просто жесть. Так, твинтик XT выпал. Пиу-пиу-пау-пау. Это хорошо. Рикошет XT. Чпук-чпук. Нормалды. Очень даже неплохо. Так, давай еще. Давай заканчивай. Я уже хочу дальше пойти. Хантер XT. Я знаю, что мне уже все выпадет. Давай уже все. Не томи. Орех, выдавай все. Молот XT. Еще что-то. Что там в этом сундуке? Он какой-то глубокий нереально. Кто такой глубокий сундук взял? Еще что? Серьезно? Капец, это уже какой скин по счету? Наверное, 15-17. Еще! Да ну нафиг! Я думал уже все. Блин, это бесконечно! Вулкан XT! Еще! Серьезно? Блин! Одно открытие этого контейнера! О, все! Уже затянулось, блин, на несколько минут. Мамонт XT! Последний скин! Все, ребят, просто смотрите, на этом аккаунте вообще один корпус и одна пушка МК-7. Все остальное МК-1. Даже не куплено большинство, просто не куплено. Но зато все это уже XT. То есть, хоп, Магнум XT, пожалуйста. Он не куплен, он есть. Так, кизиночка, пожалуйста, мы видели, она упала. Короче, жестко. Так, давайте перейдем дальше. Дальше припасы мне не прибавились, как вы заметите, потому что, ну, я еще не приступил к открытию таких контов, где падают припасы. Хм, что же дальше открыть? Контейнеры мы открыли уже недельный, контейнер XT, скин-контейнер, осталось ультра-контейнер или обычный контейнер. Так, я хочу открыть ультра-контейнер, 800 штук, ну шо, пацаны, давайте начинать, 800 ультра-контейнеров, погнали. Так, сразу 15, я думаю, что по 15 будет разумно открывать. Не знаю, насколько затянется это открытие, но походу пару часов мне придется посидеть. Может, пойду еще в HTML5, там покликаю, там чуть побыстрее все открывается. Но, собственно, давайте смотреть, что же мне выпадает. На этом аккаунте, ну, ничего нет, я рад вообще всему. Ох, красная! Пожалуйста, это Хантер, ультра Хантер, да? Гром Прайм? Это офигенно! Это офигенно. А стоп, он мне до этого не выпал, да? А это уже устройства пошли, да-да-да, утяжеление конструкции. Такое себе, конечно, устройство, но почему бы и нет, если на аккаунте нет вообще ничего, то я очень даже рад. Так, ребят, это все, так понимаю, падает мне на Васпик, ой, на Хантер это все падает мне, поэтому нормас, но все остальные устройства, где они должны падать, по-моему, в обычных контах, да? Или где? Или что? А, стоп. А, что? Да? А, окей. Ой-ой-ой-ой-ой, красненькое, красненькое. Хантер Ультра! Хантер Ультра, последний скин вообще в игре, это который новый, офигеть. Охренеть, ребят. А, у меня уже... Офигеть, мне что, выпало вообще все? У меня есть Хантер XT, у меня есть Хантер Прайм и Хантер Ультра? Охренеть, просто давайте посмотрим. Ой-ой-ой, как это... Блин, ладно, продолжаем. О, оранжевенькое устройство. О, Эми, спасибо. Еще одно оранжевое, сразу же еще 15 контов. Заморозки, защита от заморозки. Вкусняшечка. Еще одно устройство, сразу. О, иммунитет от оглушения. Такс, такс, такс. Облегчение конструкции. О, соточка, неплохо. Устройство, иммунитет от поджога, нормас, чпук. Да сколько там этих устройств, иммунитет от заморозки, ёперный валет. Блин, я-то думаю, почему не падают ультраскины и устройства. Оказывается, я зашел в HTML5, и тут видно, что вообще может выпасть. Здесь все, что можно было, мне уже выпало. И достались только анимашки, которые почему-то не падают, я не знаю. Все, ультраконтейнеры я открыл, и того мне выпало из этих ультраконтейнеров всего лишь 1, 2, 3, 4, 5 анимашек получается, да, или 4, или 5 анимашек. Ну, короче, очень мало, действительно. Выпал ультра скин на Хантер. Мне выпали все устройства вообще, которые есть на Хантере, я так понимаю. Да, вот они вообще все. Выпало 1,5 миллиона кристаллов. Это очень много. И дальше смотрим припасики. Хопа. 13 тысяч, 15 тысяч. Ох, нифига, 2600 батареек, 3000 аптек, что-то мало, кстати, с обычными контами вообще не сравняться. Я предлагаю перейти к обычным контам и уже открывать, смотреть, что выпадет. Засекаем, было 1,5 миллиона, сейчас посмотрим, сколько будет у меня по итогу. Я думаю, что, ой-ой-ой, сколько много выпадет, потому что это почти 1700 контов, ребят, это очень много. Я думаю, выпадет миллионов так 3, наверное, может 2,5–3 миллиона кристаллов. Get down to the baseline.
Последний контейнер. Один из 1700. Оранжевый, да? Последний конт и оранжевый. Северный, офигеть, анимашка из одного аккаунта последнего, вот это приятно, офигеть. Итого, ребята, у меня 8 100 000 кристаллов. Смотрим по припасам, 35 469 голдов. По устройствам, по пушкам, мне вообще выпали все устройства на, наверное, даже на корпуса, но на пушке вообще все. А, мне еще на корпуса все устройства получается, да, потому что я смотрю, они бесконечно падали. В итоге у меня есть все устройства на все корпуса. Офигеть, корпусов нет, а устройство есть. Так, что у нас по крас очкам? Так, смотрим. Вот так. Ух, ну слушайте, блин, так мало красок. Я что-то вообще как-то, знаете, обычно, когда я открываю контейнеры, мне падает просто, ну, минимум 20-30 анимашек. Так, ребят, у меня остались коинбоксы, 1025 штук, то есть, ну, такое, конечно, дофига коинбоксов, и у меня 83 танкоина. То есть, смотрим, сколько сейчас, я пошел открывать, и посмотрим, сколько же будет по итогу. Последний коинбокс. Что уже в нем? Один танкоин. Ребят, смотрим на общее число танкоинов на моем аккаунте. И здесь сколько? 11590 танкоинов. То есть мне, грубо говоря, выпало 11,5 тысяч танкоинов. Это очень много. Давайте подведем итоги, друзья. Мне выпало 8,5 миллионов кристаллов со всех этих контейнеров, которые мы с вами открыли. Также выпало, ну, довольно-таки нормальное количество анимах. Дальше что там еще? Это пипец, сука, всего выпало. Ну да, по припасам я уже сказал. Голды, батарейки, это все надропало, все очень много. Према выпало, кстати, до 31.08.2020. То есть, грубо говоря, на 3 месяца мне выпало према. Ну, нормально. Как вам такое открытие? Пишите в комменты, ставьте лайки. Давайте здесь наберем столько лайков, сколько контейнеров я открыл. Мне будет безумно приятно, потому что потратил много времени, чтобы накопить, да еще и открыть это все. Поэтому все, с вас лайк, подписка на канал. Подпишитесь, потому что много кто смотрит. Они подписаху уж разбийники. Подпишитесь. Ну, а с вами был Биг Танкс. Всем удачи. Всем пока, друзья.